Дорогие выпускники школ, дорогие родители, дорогие бабушки, дедушки, сегодня Российский государственный социальный университет открывает свои двери для будущих студентов. Это самый крупный в социальной сфере университет. Университет с огромной историей и университет, который сейчас является одним из крупнейших университетов Москвы. Университет, который готовит первоклассных специалистов в широкой социальной сфере. Это 14 факультетов и колледж. И сегодня я хотела бы представить те направления, которые, на мой взгляд, являются самыми перспективными с точки зрения будущих профессий, с точки зрения возможности трудоустройства и получения очень интересной работы в будущем. Ну и, конечно же, расскажу немного об очень интересной жизни в университете, которая каждый из студентов помнит всю свою жизнь. Я тоже являюсь выпускницей Российского государственного социального университета 2002 года по направлению юриспруденция. Учиться в нашем университете очень интересно, потому что ты можешь развиваться профессионально, творчески, развивать свои лучшие качества и, конечно же, подтягивать то, что тебе необходимо. Потому что коллектив нашего университета ждет вас, ждет будущих студентов. И сегодня, конечно же, хочется отметить, что в нашем университете учатся ребята из каждого региона нашей страны, ребята из более чем 100 стран мира. И это уникальная мультикультурная среда, уникальная среда с точки зрения возможности обучения и социализации, встречи новых друзей. Очень многие работодатели, когда приходят в наш университет, они удивляются, насколько каждый студент в нашем университете на виду. На виду с точки зрения своих достижений, цифрового портфолио, достижений в науке, в образовании, в волонтерской деятельности, в социальных проектах. Это делает открытым и возможным для сотрудничества с точки зрения практик, стажировок, прямо с самого первого курса. И очень многие работодатели как раз приходят для того, чтобы создать совместные образовательные программы и практикоориентированные программы, которые сопровождают студента всю его жизнь в университете. И, конечно же, этот сервис цифровой, он интегрирован в государственный портал работы в России, который смотрит каждый работодатель нашей страны. И крупный, и малый бизнес, и регионы, где нужны кадры, и те будущие точки роста, которые есть в нашей стране. И, конечно же, обучаясь в нашем университете, у каждого студента есть возможность проявить себя, создавая проекты, программы, делая интересные мастер-классы с работодателями, есть возможность уже с самого первого дня выбрать работодателя своей мечты. Очень много зарубежных компаний, которые сотрудничают с нашим университетом. И, конечно же, для этого мы очень много времени уделяем развитию иностранных языков и развитию международных стажировок для наших студентов. И очень активно приглашаем учиться в наш университет ребят из-за рубежа. Потому что создать мультикультурную, открытую среду и возможность для каждого студента развиваться является, наверное, сейчас главной и основной задачей любого университета. В Российском государственном социальном университете это уже есть. Поэтому я действительно очень хочу пригласить сюда учиться талантливых ребят, а родителей не переживать за будущее трудоустройства. Мы об этом позаботимся. Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Филинова Надежда Викторовна, и я директор филиала Российского государственного социального университета в Клину. И сегодня я приглашаю вас на экскурсию по нашему филиалу, который находится
здании бывшей классической гимназии, построенной в 1902 году и которая сейчас является украшением городского центра города Клин. Раньше в гимназии изучали иностранные языки, коммерцию, бухгалтерию, естественную историю. Давайте посмотрим, что же сейчас изучают наши современные студенты. Прошу. Уважаемые абитуриенты, меня зовут Матвеев Павел Александрович, и я представляю кафедру гражданского и уголовного права и процесса филиала РГСУ в городе Клину Московской области. Как ясно из названия, мы подготавливаем студентов по направлению подготовки юриспруденция. Бытующее мнение, что в настоящий момент экономика пресыщена юристами и экономистами, является ошибочным. Высококлассные специалисты нужны на любом предприятии и организации, в органах государственной власти и местного самоуправления. Именно такую подготовку, полностью соответствующую федеральным государственным стандартам, получают у нас студенты-юристы. Каким образом это достигается? Практику они проходят в ведущих предприятиях и организациях городского округа Клин, оттачивают свое мастерство в специальных помещениях, зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория. Кроме того, студенты привлекаются для научных исследований и изысканий с обязательным посещением конференций и семинаров. Мы рады вас видеть в наших стенах на направлении подготовки юриспруденции. Добрый день, уважаемые абитуриенты! Я Фирсова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой управления и административного права филиала РГСУ в городе Клину Московской области. Сегодня очень высокие требования предъявляются к управленцам и менеджерам. Действительно, организации в рыночных условиях работают в очень сложной, высокоподвижной и неопределенной внешней среде. Поэтому принятие управленческих решений уже не шаблонно. Оно требует новых подходов, технологий, инструментов, и поэтому они каждый раз на «вы». Именно таких высококвалифицированных управленцев и менеджеров и готовит наш филиал. С первых дней учебы они непосредственно работают с преподавателями-практиками, которые занимают управленческие должности либо в государственных и муниципальных структурах, либо в коммерческих и некоммерческих организациях. Они передают им свой опыт, знания, умения и навыки. Ждем вас! Будет интересно! Приходите к нам учиться! Уважаемые абитуриенты, а также их родители, вас приветствует кафедра психологии, педагогики и информационного права. Кафедра, которая вот уже много лет выпускает высококвалифицированных психологов, педагогов с профилем информатика, физическая культура, а также учителей начальных классов на базе среднего профессионального образования. Наши выпускники являются самыми востребованными в Клинском городском округе, а также в Тверском регионе, Московской области и города Москвы. Добро пожаловать к нам и учитесь в нашем городе! Уважаемые абитуриенты, я Самылина Юлия Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и финансового права филиала РГСУ в городе Клину Московской области. Наша кафедра является выпускающей по направлению бакалавриата экономика профиль финансы и кредит. Это уровень высшего образования. Экономика – это та сфера деятельности, в которой вакантные места не закончатся в течение ближайших нескольких десятилетий. В рамках профиля «Финансы и кредит» мы научим вас тонкостям функционирования финансовой системы, кредитной системы, налоговой, бюджетной системы государства. Выпускники профиля без труда могут применить полученные у нас знания в банках, страховых организациях, в организациях государственного типа, это налоговая служба, казначейство
и, конечно же, в любых коммерческих организациях. Кроме того, кафедра подготавливает специалистов по специальности экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Это уровень среднего профессионального образования. В рамках данной специальности мы готовим будущих бухгалтеров, изучаем тонкости ведения бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской и финансовой отчетности. Как известно, бухгалтер – это та должность, которая есть в любой организации. То есть точно так же без труда выпускники могут найти себе применение, да, и довольно высокооплачиваемую работу. Приходите к нам учиться. Благодаря полученным у нас знаниям вы сможете сделать достойную карьеру. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я Панина Анна Валерьевна, заведующий сектором по работе со студентами филиала РГСУ в городе Клино. Наши студенты участвуют во всех мероприятиях города и района. На базе филиала создан волонтерский отряд «Доброволец», театральный кружок, литературный кружок. Наши студенты являются членами молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Клин. Мы рады активным, творческим и талантливым абитуриентам. Добро пожаловать к нам! Увидимся 1 сентября! Этой осенью твоя взрослая жизнь начинается здесь. Тебя ждет захватывающее приключение, множество интересных локаций, 14 уникальных факультетов плюс колледж. Геймплей, приближенный к реальному миру. Прокачивай ум, выносливость, здоровье или влияние. Сохранение после каждой сессии. Множество дополнительных квестов и миссий. Не мобильная игра, а реальная жизнь. Становись лучше в легендарном обучающем мире РГСУ. Петров, Петров, убери телефон.